Ай, брат, мы продолжаем. Так. Чё-то тут кровишка. Походу... Ты куда ушел опять уже? Делится. Да ты иди сюда, блин, я ж хочу... Смотри, мы опять приземлились. Тебе это напоминает, там, DayZ, Planet Side. Ну да, приземляться мы умеем. Вообще на изи. Так, чё тут? Ты тут душу взял, да? Угу. Слушай, иди нахер, а. На чё я сейчас с тобой пошел играть? Он уже, значит, четвертого, а я, даже третий не взял. Да это всем вроде дается. Да, забей, ладно. Так, тут, походу, страшно сейчас будет. Да, ну, о. Чё это за фигня? Что, сосиски? Спиной идем. Такой пошел так. Знаешь, у тебя ты так странно ходишь. Падает что-то вообще все время. Кто-то орет, а мы такие, о, да. Мы за покупками, кстати, пришли. Угу. Чё там за хрень? Вот это, возьми красных свечек, пригодятся. Че это? Чтобы от нечисти отгорачиваться. О, короче, кажется, тут кто-то умер. Это фалоимитаторы. Да ё-моё, я тоже хочу скримеры. Ну, я достал. Не видел, я все просмотрел. Так, тихо, надо более... Боже мой, где мы находимся? Почему? Тут все в крови. Нет, не надо. Да не ссы ты. Знаешь, вот эта вот моя реакция, как бы так... What? Как бы так сказать, со мной ходит хрен, который вселяется в людей. А я такой хожу, о боже мой, что происходит? Почему, кстати, свечек так много? Ты, кстати, заметь, это не кровь, это просто свечки размазали. Угу. Это не кр... Да блин, я тоже скримеры хочу посмотреть. Тут не было скримеров, это так. Графический эффект. Давай, поднимай, я залезу. Давай. Душа. Давай ее украдем. Поделимся, не поделимся. О, поделить. Смотри. Сломанный фалос. Графоуни. И куда нам идти? Мы, походу, не туда, а вот сюда. Он дверь закрылся. Давай. Кто-то топает сверху. Чё? Чё ты сказал? Ты слышал, что он? Он матернулся? Крис? Вау. Иди сюда, тут страшно. Крис! Вау! Чё такое? Какая-то хрень наверх... Тут сожранные люди и какая-то хрень наверх собралась. Ну я тоже хотел бы... Хватит без меня все скримеры активировать! Я зашел в эту игру, чтобы обосраться, а ты мне, знаешь, мешаешь. Я тоже хочу скримеры видеть. Украсть. Так, ты как еще живой-то вообще? Так, чувак, я сейчас умру. В смысле? Странный вот такой высказывание. Вот, на. Чё? На вот эту фигню. Чё? Пистолет. Патрон. Ты чё делаешь? Патроны, на. Ладно. У меня как бы еще были. Как красиво. Тут стекла падают, свечи, там вся фигня. Круто. Да, типа того. Да чё тут всё? Землетрясение! Это... У меня есть... Подожди, стой на месте. У меня есть логическое объяснение. Это землетрясение. И кто-то прибежал со свечками. Хочешь колу? Или это... Да кола 77. Будешь колу? 777. Нет, не хочу. Ты понимаешь, что это... Это просто Вам. Землетрясение! Очень большое землетрясение. А еще землетрясение... Блин, у меня теперь бомжи ассоциируются с синими. Так, установить связь. Я по... Да ё-моё, слоумо! Слоумо, не то, не то, не то, да... Чёрт возьми, все нафиг, я не буду залазить. Установить связь. Да я хочу поговорить с тобой, брат мой. Не с тобой, я вот с этим хочу. У меня просто много братьев. Как сам понимаешь, арабы. Слышь, Крис? Я поделился уже с ним. Молодец, молодец. Чё ты, чем ты с ним делаешь? Слушай, как у тебя есть суперспособность, я тоже хочу суперспособность. Хочешь, поделюсь? Давай. Я хочу понять. Вот смотри, у меня пишет то, что у меня есть супер... Вот смотри, есть дар телепатия. Я использую телепатию, но нет дара. Почему я не использую дар? Я хочу использовать дар. Дар это вроде украсть. Разве? Да. Поделиться вот телепатией, украсть дар. Иди сюда, страшно. Вау! Комната с мониторами. Страшно. Крысы что? Бегают. Бронекрысы! Нет, все, ладно. А! Ты такой жирный, что чуть лестницу не проломил. Блин, да тебе в качалку надо. Телеки. Помнишь, как в лихие 90-е мы с тобой это телеками барыжили? О, хрень бегает спереди.
Что-то да, падает все. Падают. Тихо, стойте. Бомжи! Так вот, я пытался поймать этого бомжа. Попробуй в него вселиться. Делиться. Стоять! Куда ты там? Я пытаюсь поймать бомжей. Да лови бомжей! Стоять, блин! Я не шучу, нас преследуют. Да нифига себе! Нас преследуют, вот это... Да ты... Знаешь, как они телеки херят? Совсем конченый, что ли? Куда мы пришли? А, окей. Другой игрок ожидает. Чего он ожидает? Мне кажется, что-то произойдет. Такая музыка. Граната! Бомжи! Вселяйся в бомжей! Не могу, ты их убил. Ой. Во. Теперь бомж. Это зомби какие-то, я могу крушить. Ломай телеки. Да ё-моё, я не могу пройти тут. Да как я пройду теперь? А, вау. Ты видел это? Спецназ! А, это бомжи. О, он с топориком. О, бомжи с топориками. Теперь я тоже с топориком. Это ж теперь Dead Island какой-то. Кстати, пошли быстрее. Так куда же торопишься? Мне нужно больше бомжей. Не торопись, главная атмосфера. Мне надо больше бомжей. Или я потеряю этого с топориком. Да я уверен, что у них потом еще и пушки будут у этих бомжей. Во, они встают, как в Dead Island'е. Да ты что всех убиваешь? Их топориком убиваю, у тебя пушка, стреляй, блин. Да я же не буду в тебя стрелять, ты же брат мой. Бомжи, бомжи. Где? Бомжи, бомжи. Иди сюда, смотри, тут комната. О, автомат. Хватит слоумошить. Да это не я. Странная комната, смотри. Я думал, что это за хрень? Ты меня сейчас убьешь опять. Альма! Где? Тут было. О, Альмы. Альмочка. А, нужно больше бомжей. Я сейчас умру. Вот, я сейчас умру. О, нет, Крис, не надо. На меня что-то падает. Пока. Слоумо, слоумо, нет, бежим, бежим, нужно пробегать, нужно пробегать. What? Окей, ладно. Последняя контрольная точка. Что происходит? Ты взял, провалил всю операцию. Надо было бежать, а ты... О, боже мой, смотрите. На меня что-то падает. Культистов-самоубийц лучше расстреливать издалека, понимаешь? Чё? Что такие культисты-самоубийцы? Это культицы. Да, давай быстрее, а то я умру скоро. Культицизм верхней ветки правосудия эры черной матрицы в 17-м поколении, 15-го отца, 17-го римляна, 4-го господина Российской Федерации. 928-го ассасина. Альма. Прикам. Она нам стекла ломает специально. Вот хорошая какая. Хорошая вот. Девочка. Стекла нам ломает. А давай, давай я... Пистолет. Давай там... Давай два слоумо сразу же. Блядь, я не умею включать слоумо. Давай. Я умею. Я пробежал. Я... О, мой вот тут. Нет. Ой, я бежать могу, оказывается. Бомжи эти тупые все опрокидывают. Достали уже. Вот он, бомж. Мне нужна твоя душа. О, о, поселись в него. Тут можно поселиться. Делиться. Я поделился. Я хочу быть бомжом. О, у них с ломиком! Они с ломиком бегают! Я буду Гордоном Фрименом. Где ломик? Куда ломик послался? А его нельзя поднять. Его можно было просто поднять. Можно. Блин, я хотел стать вот этим вот с кепочкой. Ты, блин, у тебя прям магазин, знаешь, такой, каково вселиться. Слушай, тут спрайтуха вот, есть? О, спрайтуху. молот, я буду с молотком ходить. Я спрайтуху хочу. Найди-ка мне спрайтуху, я хочу спрайтуху. Что, это гаечный ключ я не хочу. Так там автомат взял. Ну не, я с автоматом. Ломик. Блин, я хочу стать этим чуваком с кепочкой. А, больно. О, еще чувак. Ваши дела, сударь. Сударь, релакс. Take it easy. Я сейчас восстановлюсь и буду вылавливать чувака с кепочкой. Я хочу быть чуваком с кепочкой. Take it easy. Брони крысы!
Jesus. I love that we can't relax. Так, все, я чувак с кепочкой, вот. Take it easy. Идем туда. И пой, тут вот дверь открывается. Где? Я сюда еще хочу зайти. Сюда иди, тут кровище дофига! У-у-у, кровяка! Я буду дверь открывать. Кажется, нам сюда надо идти. Что, серьезно? Да, давай тут надо поделиться. Мне кажется, сейчас сзади хрень какая-то будет. Давай, я смотрю за ней. Украсить. Супер мега граната. А, тут же всякие разные гранаты есть. Да. Ну, как-то пофиг вообще. Ну и где скример? Да ты уже туда прошел, как ты, блядь, успеваешь? У меня опять ничего не работает. Вау, что, что, где, что? У меня опять башка болит. Так нефиг было бухать в самолете. Подожди, я тут автоматы смотрю. Телепатическая, вот мне дверь открыла, спасибо. Ты, короче, нефиг было бухать в самолете. ППшки, бери ППшки. О, как в Крузисе. Мегагранаты, бери мегагранаты. Да я не знаю, как их переключать. А тут 2-3, ну в настройках посмотри, там дофига всяких разных гранат. Как они переключаются и так далее. Иди сюда, ты коляска, смотри, прикольная. Тут автомат. Иди сюда, ну, сюда. Там... Где? Вот автомат. Чё за автомат? Ну, обычный. Ну, фу. Фу, блин. Может, тебе на него патрон нужен? Я застрял! Я вылез. Ну и где страх и ужас, Вау, что, что, где? Вот смотри, она... Не, мне показалось. Эй, нет. Ой, ё-моё. Так ты нам. Да ё-моё, ты поаккуратней. Почему я бегать не могу? Как же меня заколебало? У меня опять не работают клавиши. Наушник сломался. Клавиатура ломается. Как жить так? Да хоть ты закрывать. А, ты тут ушли. Хоть все закрывать. И так идти-то будет нам сюда. Эки ты. А через мусор перелезть, нет? Нет. Нет, как вы чё? Вы что, совсем что ли? Через мусор-то перелезть. Я бегать не могу, не забывай об этом. Во-во-во! Ну, блядь, они взорвались. Каким-то невшибенным способом. Да, о, бомжи! Бомжи с гранатами! Бомжи с гранатами! Вселяйся в бомжа с гранатой! Вселяйся в него! Давай. Теперь ты бомж с гранатой. Я могу нажать Ctrl, чтобы взорвать. Не, погоди, давай найдем цель какую-нибудь покруче. Рация. Пошли. Надо убивать всех, чтобы взорвать. У меня Shift не работает. Делиться. Так, ну что тут взорвать-то надо? Может вот это? Слушай, каким я способом починил себе? Ах, сраный клавиатура. Ты где, Крис, блин? Я потерялся. А, вот, все. Я не знаю, куда нам идти. О! Это я тебя поднял? Я думал, я тебя поднял. Идем. Я прыгаю. Ну, ё-моё, все надежды мне порушил. Так, бронекрыса. Вот и все. Нет, тут они не такие бронированные. Ну куда нам идти-то, черт? Я чё знаю. А, вот лестница есть. Не, наши персонажи не умеют по лестнице лазить, да. А я умею. Альма! На какую кнопку? Я тоже хочу. Я просто подошел и полез. А! Я тоже хочу лазить по лестнице. А, бомж! Дух бомжей взорвал. У меня, походу, игра сломана. Я по лестницам лазить не могу, я инвалид. Да пипец, что за инвалид? Вау. Господи. Крис, иди без меня. Нет, я инвалид. Пойду без тебя. Может, я тебе должен дверь открыть? Может, тут только я могу по лестницам лазить? Чё я за инвалид такой? Я тоже хочу по лестнице лазить. Вы даже не представляете. Убери оружие из рук. Да, конечно, ты мне нажми, найди клавишу, чтобы я смогу оружие из рук убирать. Давай, настройки, угу. Управление, угу. Значение клавиш, угу. Так, движение, бег, shift, вверх, перезади тебя, чувак! Бой, ага, ага, следующая граната, ага, перезаряди, взять световую гранату, ага, ага, значит, прицел, масштаб, ага, фетель. Завладеть. Отменить вселение. Завладеть. Оглушающий удар. Поднять. Бросить. Транспортное средство. Плюс слишком много, Лотос! Да я тебе говорю, мясо. Я бомж хренов. Ты бы видел это. Ты просто жесть. Забей просто. Все. Я не могу лазить по лестницам. Я настолько убогий.
Я себя чувствую таким убогим. Открой мне чертову дверь. Не знаю, каким способом. Я уже 5-го уровня. Да забей ты вообще на уровне. Ожидание другого игрока. Я с тобой, чувак! О боже, блин, мне походу придется игру перезапустить, но это вообще жесть какая-то. Дай попробую перезапустить все-таки. Давай. И игру и сессию, это мне очень не нравится это. Я же бегаю, я же... А теперь я снова не могу бегать, а теперь я снова могу бегать. Сзади. Да забей. Давай, лезь, лезь. Ты сможешь. Начинай. Снимать. Я уже начал. А теперь я снова не могу бегать. Я чувствую себя... Ё-моё, кто-то тут. Они с тобой попрыгали, как бомжи. Они меня взорвали. Ты умер? Не, я умер в другом своем теле. Я не лезу, смотри. Отстреливаю! Суверенитет Вану не пройдет! Терровцы победят. Ладно, все, погнали. Это ванушники? Это же бомжи. Ладно, бомжи так бомжи. А с теми, эти с пушками это ванушники, что ли? Да. Окей. Ах, уйди от меня! Боже мой! Боже мой, идите! Я упал! Дай, я упал! А, убивают! Душа. Тут бомж стоит, мне не показалось, блин. Такое очертание, что тут бомж стоял. На! Да хватит ты меня бить! На! Да хватит! Хорош! Ну, вот я сейчас сдохну. Если так бить будешь. О, завладеть чужим телом на 400 секунд или на 240 там. Я не посмотрел. 300. Автоматики. Я не мог взять. Потому что я бомж. Да хватит ты меня бить. Вертолет, я забью его молотком. О боже, за мной фанатики бегут. Как в Крузисе, как в Крузисе. С двух рук отстрел. Только в Крузисе, я помню, я себе целеуказательные лазеры ставил. Они сами указывают мне цели, а я мне нужно только нажать на курок. Оп. Ай, ау. Какая-то хрень бегущая. Чё нам, чё происходит, куда нам идти надо вообще? А чё гранату кидает? Кто такой борзый, а? Я не понял. Да они сами взрывают. О, ломик! Иди сюда. С ломиком. Вот ломик, я хочу ломик. Вот, я с ломик. Ты менять можешь? Нифига у тебя какой арсенал! На! Фига он напрыгивает так. Слоумо, сзади! Да, я ему ломиком по башке, ну ё-моё. Все убил. На изи. Что у меня слоумо действует, знаешь? Слоумо, быстро, быстро, слоумо. Давай, давай, давай. Ой, фига ты в слоумо. Взорвал чувака. Ломиком. Смотри. О, дробовик. Я лучше возьму свой дробоган. Вау. Я также умею. Я даже громче могу. Не представляете. Но почему все падает? Какие-то почему стеллажи. Лестницы падают? Тебе не кажется то, что стеллажи какие-то не закрепленные? Крысы! Да попа-пада! Тебе не кажется, что там что-то какая-то хрень сейчас произойдет? Давай кину гранату. На Верочку. Пошли, вау. О, все, просветило. What? Ты бы сейчас видел это. Я появился за текстурами вообще. Эй, там хрень какая-то. А я её поймаю! Вау. Что происходит? А, окей. Мамочка. Ай, да ё-моё! Ё-моё! Чё происходит? Она невменяемая! Вау! Чё за хрень была сейчас? Чё-то мне кажется... Так. Иди вперед. Граната! Видишь, как нужно заходить? Автомат. Почему я не могу взять автомат? Я понимаю, что у меня есть магия, но, блин, автомат... С автоматом поспокойнее мне. Как вам жить надо? Мне надоело вам жить. А слушай, она нам тут какой-то монстр заспаунила. Это не она заспаунила. Она, наоборот, хочет, чтобы мы нашли ее, а кто-то ей мешает, какой-то чувак. Говорит, you not find you! Ой, you not ее. Find you! О, чё, тут вместо коров человеки висят.
Ты уверен, что это вообще корова? Мне кажется, это какое-то невинное создание. О, хук пуджа! Костяной! Тут, тут знаешь, сколько навара, насколько косарей? О, смотрит, кого-то разбяли нафиг. Чё, куда идти? О, я бегать могу. Человек-электрик! Мне кажется, сейчас будет человек-электрик. Вот и все. Бабарик. Блин! Да нас... есть бомж. Ой, там что-то еще было. Был бомж. Тут есть пистолеты, пулеметы двойные. Я их возьму. Тут есть дробовики. Я тут пистолеты и пулеметы возьму. А, бомжи кидаются у меня какой-то хренью. Убей их. Вау, я тоже могу кидаться этой хренью. О, ты голый бомж. Меня сзади меня бегут, да? Фига я вангун. Ты почему по мне стреляешь, а? Я ванганул! Да ё-моё, почему я дохну? Ты что делаешь? Ножами у них кидаю. Повернись ко мне, пожалуйста, лицом. У тебя такие шары, просто жесть! А, подойди поближе ко мне. Подойди поближе. Стой, смотри на меня. Смотри на меня. Да ты не парься, блин, смотри на меня. У него нож из ноги торчит. Смотри на меня, блин, на меня смотри. Стой, стой на месте. Такое это рыло просто жесть. Так, что у меня есть? У меня есть двойные пистолеты. Уничтожаторы. Я могу кидать в них, можно ножи, чтобы они торчали у них из башки. Так вот мне больно. Немного. Да тебе кажется. Ты просто мазохист. Как и мать твоя. Эй, хватит кидаться, ты! Обоссанный. Ну я хотя бы теперь дальнобойным оружием пользоваться могу, хоть оно и говно, говнявое. Ножи, это как в Гаррис моде, не надо мне тут. Да не, они тут хуже. Чё, не ваншотит, что ли? Ну, не всегда. А, ну не всегда, ну тогда говно. Дробовик. Ой, да куда ты бегаешь все? А ты кто такой? Ты взрываешься, что ли? Да, ты взрываешься. Ну, чувак взорвался и дал мне душу, чтобы подольше прожить. Но он знал. Он что-то знал. Одна раз значит. Блин, я сейчас умру! А ты даже не разорвался. Ну, это я типа... Я типа не разорвал. Засал. Когда я на Ctrl нажимаю, я... Телек. Смотри. Ты посмотри на эту рожу. О, зашибись. Бронированный. А его, слушай, а ты его прострелил, пули с другой стороны вылетели. Смотри, бронированный телевизор. Ну-ка, выстрели еще раз. Реально пули из другой части. Потому что телевизор магический. Пошли уже. Это магические телевизоры от мамки твоей. О, боже. Так. Вон, чувак сзади тебя! Ай. Ой, он пригвоздился, смотри! Ой, какой красавчик! Пошли уже! Пошли! Вау! Ай, катсцены! Ой, какие катсцены! Ого! Ёшкин кот! Тут явно будет босс! Да тебе кажется! Ой, он прям с кровати! Слушай, я знаю, такую хрень лучше никогда не будить. Так что мы что-то сейчас плохое сделали. Сейчас я себя порву на части. Зачем? Надо было чувака, который кидается. Как же это я не люблю монстров, которые могут суицидиться гранатами. Не люблю вообще никогда. Ни в каких играх мне это не нравилось. И почему именно тут их так много? Уйдите от меня! А что это вам жить? Ну, вот ты бессмертный, вот я тебя понимаю. Ну как бессмертный? Неправда, я не совсем бессмертный. Да не надо мне тут, у тебя магия есть. А у меня есть слоумо, у меня есть! Вот что у меня есть. Как думаешь, что лучше, труба или топор? Оу, дробовик. Ну у меня только труба или топор. Блин, тебе везет, у тебя огнестрел есть.
человек, который вселяется в людей. Ну, мне это не нравится. Мне огнестрел больше. Да вообще фигня полнейшая. Вселился бы в Путина и купил бы мне все игры в Стиме. Я бы сначала себе купил. Ну, а нифига ты еврей. Так, у тебя... По, подожди! Левитирующие ножи, стой, встань ко мне спиной. Блин, я не успел сфотать, но я успел заснять. Короче, у тебя сзади на спине, это, левитировали, как там их? Не врывается, тихо. Спиц, Стас! Подожди, одного поймаю. Бери. Остальных убивай. Ну, меняйся. Ты чё? Ну, не могу, мне надо откатиться, подожди. Остальных пока убивай. Надо. Я буду его держать. Окей, пойду воевать. О, они с бомжами еще воюют. Ой, гаечные ключи какие-то. Да блин, откатывайся ты. Быстрее. Вау-в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 ау, бомжи. Так, знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы на этом пока что закончим. Всем баюшки.